Сухая голодовка полностью я исключаю, и она будет бессрочная до решения этого вопроса. Я хочу, чтобы провели вновь проверку надзорные органы, тот же Роспотребнадзор, та же прокуратура и присутствие независимых средств массовой информации, присутствие, значит, общественников, общественной палаты, представителей общественной палаты и обязательно с моим личным участием, чтобы я указал на те нарушения, которые имеются.